Всем привет! Давно я не снимала на своем канале косметику ручной работы, то есть косметику, которую можно делать своими руками дома. Почему-то на какой-то момент у меня пропало желание снимать видео на эту тему, и так как эта рубрика стала увядать, я решила продолжить ее, потому что все-таки мне не хочется, чтобы она пропадала, а хочется показывать что-то интересное, чем пользуюсь сама, и поделиться этим с вами. Возможно, вам тоже это будет интересно, вы воспользуетесь моими советами. Сегодня я вам покажу, как приготовить маску для лица с витамином Е. Для приготовления нам понадобится глицерин, где-то 25-30 грамм. У меня банка, которую я купила в аптеке, и витамин Е. Он у меня в капсулах, их понадобится 10 штук. Давайте, наверное, приступим. Поменяю ракурс камеры и покажу, как я буду делать. Первым делом берем глицерин, открываем его, так сказать, подготавливаем баночку. Он, как правило, на силиконовой заглушке еще. Все, глицерин у нас готов. Далее берем витамин Е и вытаскиваем по одной капсуле из упаковки на тарелочку. Все капсулы вытащила, теперь можно ими пользоваться дальше. Если честно, вытащить их особо не смогла, вот только некоторые вытащила полностью, остальные у меня силиконовая оболочка, я просто срезала их от упаковки, потому что пару штук у меня лопнули прямо в руках. Они довольно-таки хрупкие. Далее берем маникюрные ножницы, протыкаем все капсулы, то есть делаем надрез. И содержимое выдавливаю прям в глицерин, то есть туда в баночку. Таким образом я поступлю со всеми капсулами. Таким образом еще можно выдавить капсулу, просто не доставая из упаковки, протыкаем вместе с оболочкой, прижимаем к пузырьку и надавливаем сверху на капсулу. Только смотрите, чтобы она у вас туда не нырнула. И выдавливаем все содержимое. Тем самым у вас получаются чистые руки, практически чистые. Выдавлена капсула. И не надо мучиться, когда этого я вырезала. Чем хороша эта маска для лица? Витамин Е для кожи лица является тем волшебным веществом, который самым чудесным образом в самые короткие сроки преобразует вашу кожу. Она начинает сиять такой красотой, что поразительный эффект заметите не только вы в зеркале, но и окружающие вас люди. Полезных свойств у данной маски очень много. Она имеет как омолаживающий эффект, то есть там очень много антиоксидантов, как противовоспалительное средство витамин Е. Также неплохо отбеливает кожу лица, увлажняет. Чем хороша эта маска? Это тем, что она не имеет возрастной категории. Можно пользоваться в любом возрасте и она всем очень хорошо подходит. Витамин Е в этой маске замедляет старение кожи, а глицерин способствует удержанию влаги, что тоже способствует тому, чтобы кожа не старела очень быстро. После того, как витамин Е с глицерином соединили, я беру, закрываю пузырек и просто взбалтываю, то есть все хорошо перемешиваю. После того, как смесь перемешали, маска готова, можно ею пользоваться. Я беру кисточку для этого и наношу ею на очищенную кожу лица примерно на полчаса. По прошествии 30 минут просто смываю теплой водой и все. Больше никакими моющими средствами я не пользуюсь. Все, вернула камеру в исходное положение. Все, что мы делали до этого сзади меня. Наносить маску я сегодня не буду, так как я сейчас при параде и мне надо будет выйти по делам. Поэтому как бы смывать косметику мне не хочется, а наносить я ее буду вечером на очищенную кожу лица. На этом у меня все. Если остались какие-либо вопросы, то пишите в комментариях. Если у вас есть какие еще советы для меня, то тоже поделитесь. Спасибо, что были со мной. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.